Привет, я Стив. Я член киноклуба университета, я попал туда по обмену. Японское оборудование – это хорошо. Отличное подспорье для любого, кто рвется в главные герои фильма. Классный объект. Здорово. Японская скромность и простота. Да к тому же перевернутые фудзи прямо под носом. Здорово. Красота. Да, очевидно, отсюда отражение фудзи смотрится лучше. Это Стив. Лето закончилось, наступила осень. Я отправился в парк на поиски японской экзотики. А вот и осень. Однако же прикольный цветок. Черт. Все с кем-то заигрывают. Осенью должно быть пробуждается желание поесть, а вовсе не сексуальный голод. Хоть домой иди. Осень, пора спорта. Привет, я Стив. Сегодня я отправился в магазин игрушек на поиски экзотических японских кукол. Японские куклы лучшие, кроме того. Так вот, как там все под юбкой устроено. Здорово. На ней даже трусики есть. И вы пошли. Ладно, постойте. Еще один заход на перевернутую фудзияму. Идет. Красотища. Вы в порядке? Мне так неловко. Все хорошо. Нет проблем. Точно? Да-да. Извините, да? Здорово. Заснял перевернутую фудзияму в движении. Вот уж и правда японская экзотика. Беда.